Проблемы технического регулирования в области... Проблемы технического регулирования в области градостроительной деятельности разберут сегодня специалисты ведущих профессиональных ассоциаций и союзов России в Уфе на республиканском семинаре. Также в деловой программе семинара рассмотрение вопросов применения и соблюдения стандартов саморегулируемых организаций и Национального объединения строителей, изучение практики применения новых технологий и материалов, а также обсуждение актуальных проблем. Семинар продлится до 17 часов. Для представителей СРО вход бесплатный. Подробная информация на официальном сайте Государственного комитета Башкортостана по строительству и архитектуре.